Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, когда российские парламентарии приняли соответствующий законопроект. Его авторы выражали надежду, что новая памятная дата России будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Сегодня День Героев Отечества – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – звания Героя Советского Союза, Российской Федерации, Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Военная служба – это, прежде всего, тяжелая мужская работа. В любое время суток, в любых погодных условиях. А конкретно я не ощущал себя каким-то героем, потому что входило в мои функциональные обязанности. Я командовал взводом связи и беспилотных летательных аппаратов. Ну вот результат моего участия в этом связи и работе БПЛА и по совокупности, по всей видимости, потому что я не могу сказать, что я в какой-то там под танк за гранатой бросился, да, но своим достижением считаю то, что за время СВО я не потерял ни одного бойца, только двое раненых, и все без исключения награждены государственной наградой. Волонтеры Казанского федерального университета на постоянной основе проводят мероприятия по сбору, сортировке и отправке гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Подобные действия несут в себе огромную поддержку и признательность всем, кто находится в зоне боевых действий. Это помощь и поддержка вообще наших граждан, которые сейчас находятся на передовой, потому что, к сожалению, весь инвентарь, который у них, в том числе и униформа, сапоги, они со временем изнашиваются, и поэтому их нужно обновлять. Это все собирается, отправляется, но вот даже в таких небольших моментах, как, например, нахождение на складах перед отправкой на передовую, это нужно подготовить. И как раз-таки здесь такие ответственные граждане могут помочь разделить все это добро для наших товарищей, чтобы им было легче. Среди героев, отличившихся в бою и удостоившихся почетных наград, немало и наших современников. По данным из открытых источников, с 1992 года звание Героя Российской Федерации получили более 600 защитников Отечества. Звание Героя Российской Федерации приняло своеобразную эстафету от звания Героя Советского Союза. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости.